СССР, его принципиальные установки оказали огромное позитивное воздействие на развитие социалистической демократии. Как верный продолжатель великого дела Ленина, он внес большой творческий вклад в развитие марксистско-ленинской теории. За эти заслуги Академия наук СССР удостоила Леонида Ильича своей высшей награды – золотой медали имени Карла Маркса. Вся сознательная жизнь Леонида Ильича прошла после октября. Школа его жизни была трудной, и только его необычайная одаренность и опора на народ привели к такому исключительному жизненному пути, целиком посвященному благу народа. Товарищи, прощаясь с болью в душе и сердце с Леонидом Ильичем, советские ученые видят свой долг в том, чтобы еще теснее сплотиться вокруг родной коммунистической партии и ее Ленинского центрального комитета, еще активнее и организованнее действовать на всех фронтах науки и техники для обеспечения такого прогресса нашей Родины, к которому призывал нас Леонид Ильич. Слово предоставляется шлифовщику Московского завода счетно-аналитических машин товарищу Пушкареву Виктору Викторовичу. Товарищи, глубокой скорбью полны наши сердца. Трудовая Москва вместе со всеми советскими людьми провожает в последний путь верного продолжателя великого ленинского дела, пламенного борца за коммунизм Леонида Ильича Брежнева. Горько сознавать, что умер человек, чья жизнь и поистине титанический труд были отданы без остатка великому делу партии, борьбе за счастье народа. Начав свою трудовую биографию рабочим, по заводскому гудку Леонид Ильич всегда и во всем оставался близок к рабочему классу, всем трудящимся, был связан с ними неразрывными кровными узами. Советские люди отвечали Леониду Ильичу искренней, сердечной любовью, испытывали к нему огромное уважение и безграничное доверие. Они по праву связывали все свои успехи в коммунистическом строительстве, в упрочении могущества Родины с именем Леонида Ильича Брежнева, его партийной и государственной деятельностью, его личным направляющим участием в разработке и осуществлении политического курса КПСС и советского государства. Находясь на высших постах в партии и государстве, Леонид Ильич более 25 лет жил и работал в столице нашей великой Родины. Он постоянно уделял большое внимание Москве. Превращение ее в образцовый коммунистический город, бывал в трудовых коллективах, душевно беседовал с москвичами по-отечески, заботился об улучшении условий их труда и жизни. Леонид Ильич неоднократно избирался делегатом съездов КПСС от столичной партийной организации. На протяжении длительного времени был депутатом москвичей в Верховных Советах СССР и РСФСР. Мне выпала честь быть доверенным лицом, когда Леонид Ильич баллотировался в Верховный Совет РСФСР по Бауманскому избирательному округу. И я хорошо знаю, как близко к сердцу принимал он нужды людей, наказы избирателей, с какой большой теплотой относился к каждому человеку, с которым ему приходилось встречаться. Смерть Леонида Ильича – безмерно тяжелая утрата для партии, для советского государства. Но горе не внесет растерянности в наши ряды. Рабочий класс, трудящиеся Москвы, как и весь наш советский народ,
еще теснее сплотятся вокруг родной коммунистической партии, ее Центрального комитета, Политбюро ЦК КПСС. Мы приумножим свои усилия в труде, чтобы вечно жило и побеждало дело Ленина, дело Октября, чтобы воплощались в действительность идеалы коммунизма и мира на земле, которым посвятил всю свою яркую жизнь Леонид Ильич Брежнев. Прощай, наш дорогой Леонид Ильич. Слово представляется первому секретарю Днепродзержинского горкома Компартии Украины товарищу Гордиенко Алексею Федоровичу. Дорогие товарищи, тяжкой болью в сердце каждого днепродзержинца, днепропетровца, как и всех советских людей, отозвалась весть о кончине верного сына советского народа, выдающегося деятеля коммунистической партии, советского государства, международного коммунистического рабочего движения, пламенного борца за мир, нашего дорогого, незабываемого земляка Леонида Ильича Брежнева. С именем Леонида Ильича, человека огромных способностей, редчайшего обаяния, накрепко связана судьба нашего города. Здесь он родился и вырос. Здесь вступил в комсомол. Здесь в октябре 1931 года стал членом Ленинской партии. На заводе имени Дзержинского прошел первые рабочие университеты, впитав в себя лучшие качества рабочего класса. С тех пор Леонид Ильич всегда и везде был на переднем крае борьбы за коммунизм. Он вдохновлял людей, вел их к новым свершениям во имя торжества великих ленинских идеалов. Леонид Ильич всегда был тесно связан с родным городом, с нашей городской партийной организацией. При всей своей занятости он находил время и возможность вникнуть в наши дела, поддерживал теплым словом и отеческим советом. Коммунисты, трудящиеся Днепродзержинска, всей Днепропетровской области постоянно чувствует внимание и заботу всеми нами любимого Леонида Ильича Брежнева. Неизгладимый след в памяти оставили его встречи, теплые душевные беседы с земляками, глубокий интерес к их жизни и работе. Во знаменование выдающихся боевых и трудовых заслуг Леонида Ильича на его родине в городе Днепродзержинске установлен бронзовый бюст. Он постоянно напоминает нам о высокой чести и огромной ответственности быть земляками Леонида Ильича Брежнева. Трудно поверить, что больше Леонид Ильич не встретится с нами, не приедет, не поинтересуется, как работают заводы, идет строительство, не расспросит о людях, о делах городского комитета партии. Горько это осознавать. Потеря невосполнима. Стойкий марксист-ленинец, испытанный партийный руководитель, Леонид Ильич Брежнев прожил большую и славную жизнь. Он много сделал для нашей многонациональной советской отчизны. Его светлый образ навсегда сохранится в сердцах трудящихся Днепродзержинска, всех советских людей, как вдохновляющий пример верности делу коммунистической партии советского народа. В этот тяжкий прощальный час мы хорошо понимаем, что лучшим памятником ему будет наш самоотверженный труд по выполнению предначертаний 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза во имя нашей любимой Родины, во имя мира и коммунизма. Прощай, наш дорогой Леонид Ильич. Траурный митинг, посвященный памяти Леонида Ильича Брежнева, объявляется закрытым.
Thank you.